Племянник погибшего Аслана Усаяна, криминальный авторитет Тимури Мирзоев, больше известный как Тимур Свердловский, задержан в Москве. Столичные силовики рапортуют о самой крупной за последнее время полицейской облаве. Сотрудники полиции пресекли сходку так называемых криминальных авторитетов. Задержано около 70 человек, которые доставлены в отделы внутренних дел. Все они дактилоскопированы и проверены по учетам на причастность к ранее совершенным преступлениям. По данным информационных лент, криминальные авторитеты, якобы их было более 300, собрались на поминке деда Хасана, которого застрелили в Москве 16 января. Впрочем, по оперативным данным, так называемые «воры в законе» встретились, чтобы решить текущие вопросы обезглавленного клана. Спецоперация силовиков развивалась стремительно. Среди задержанных, опять же, по информации московских СМИ, был и Тимур Свердловский. Какое ему готовится предъявить обвинение, пока не сообщается.